Праздник был организован с соблюдением требований эпидемиологической обстановки. Численность личного состава военного оркестра была сокращена вдвое. Ветерану предлагалось посмотреть концерт из окна, но Иван Николаевич настоял на своем. И даже дождь не заставил фронтовика зайти в дом. Иван Николаевич прошел всю войну. 27 марта 1945 года в ходе боев на Втором Прибалтийском фронте был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. После войны Иван Николаевич трудился на оборонном предприятии. За проявленный трудовой героизм и самоотверженную работу награжден орденом «Знак почета». Виктория Шарая, «События».